Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар, урматтуу балдар, урматтуу достор. Мен ушул эстафетаны Кыргыз Республикасынын Билим берүү министринен алып, ушул кайрылууну туура көрүп жатам. Хотел также извиниться перед вами за то, что затянул с данным обращением, находился в рабочей командировке в Джалалабадской области. Но сегодня, пользуясь этой возможностью, хотел бы прежде всего поздравить вас с наступающим 2021 годом. Хочу пожелать, чтобы в новом году у вас были реализованы все ваши планы, и этот год стал по-настоящему счастливым и радостным для вас. Республиканский научно-методический центр эстетического воспитания организовал прекрасный конкурс среди детей домов-интернатов и воспитанников домов учреждений с ограниченными возможностями здоровья. Очень символично, что конкурс называется «Новый год, новая надежда». Я также, как министр образования, получил прекрасную, замечательную работу от Мамдалиевой Нилюфар. Работа называется «Тишина в лесу». Это замечательная картина, она обязательно будет находиться у меня дома. Я ее повешу на стену. И очень важно, чтобы наступающий год стал по-настоящему новой надеждой для всех нас, для всех кыргызстанцев. Со своей стороны хочу обратиться к всем руководителям государственных органов, членам правительства, другим нашим чиновникам высокого ранга поддержать данную инициативу и дать нашим детям большой стимул развиваться дальше и дать им тот уровень надежды, который на сегодняшний день они заслуживают. Со своей стороны также я направлю подарок уважаемой Нилюфар, вот такой планшет. Думаю, что она сможет его эффективно использовать для своего образования и развития. Урматтуу окуучулар, урматтуу балдар, урматтуу кыздар, тагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен куттуктайм.